Приветствую всех на канале, у микрофона я Стриж. Многие ждут открытия Малина, и чтобы насладиться комфортной и приятной игрой, для этого нужна красивая сборка. Я решил сделать небольшой топ 3 сборок, по моему мнению, для игры на Малине. Повторяю, по моему мнению. Если вы считаете эти сборки некрасивыми, вы можете высказать свое мнение в комментариях. Приятного просмотра. Прежде чем ты продолжишь просмотр этого ролика, я хочу порекомендовать тебе группу ВКонтакте, где ты сможешь найти превью, оформление для YouTube-канала и твоей группы ВКонтакте, и многое другое. Еще здесь есть бот, через которого ты сможешь приобрести тебе нужную сборку для комфортной игры. А если ты хочешь скидку 50%, то используй промокод STRIJH. Пиши промокод сообщения группы. И первая сборка подойдет больше для игры в гетто. Не то гетто, где нужно играть, бегать, стреляться на коптах, а именно жизнь негров с худа. Эта сборка подойдет вам больше других остальных, ведь здесь нет ничего лишнего. Она весит даже меньше гигабайта. Все машины в стандартном виде, только переработав совсем немного салон. Заменены пушки, звуки и скины, но не все, а только основные, которые чаще всего используются на UCP проектах. Посмотреть фулл сборку вы сможете на канале Шибзи, ссылка на видео с его сборкой будет в описании под видео. Как я и говорил, в этой сборке стандартные машины, но ретекстурированы только салоны. Вы можете видеть сейчас только малую часть машин, остальное вы сможете посмотреть, когда скачаете ее. Помимо машин, как я говорил, здесь заменены звуки. Они здесь довольно приятные и не сильно режут уши. Ну и конечно же заменки скинов, как же без них. Здесь заменены скины копов, некоторые скины цивилов, ну и конечно скины негров и латиносов. Скины все в LQ качестве, и они довольно приятные на глаз. А следующая сборка больше подойдет для цивилов и тех, кто любит снимать различные сюжетные ролики. И это модпак Сеппи. Здесь есть несколько видов таймцикла, два вида скинпака, и показывать я этого всего не буду. Вы сможете перейти по ссылке в описании на видео Сеппи и посмотреть ее там. Я просто расскажу, что в этом модпаке есть. Начнем с того, что здесь два скинпака. Это большой выбор скинов для вашей игры. Также довольно-таки неплохой карпак с приятными заменками автомобилей, растительность и оружие. Как я говорил, в этой сборке нет ничего сверхъестественного. Она больше подойдет для цивил игры или съемок. К слову, я поиграл на этой сборке без ENB. И знаете, выглядит она тоже довольно-таки неплохо. Так что игроки со слабыми компьютерами смогут тоже на ней поиграть. В ней нет ничего лишнего и весит она тоже очень мало. Ну и последняя, третья сборка, это моя сборка RP Edition. По отзывам моих друзей и подписчиков, в ней не было замечено краши и сильную просадку FPS. Поэтому я могу уверять, что это стабильная сборка со стабильным хорошим FPS. Для тех, кто любит играть в CNB. Но если у вас слабый компьютер, вы можете его удалить, и FPS станет в 3 раза больше. В этой сборке заменены почти все скины. Они все в LQ качестве и довольно-таки приятные на глаз. Их вы можете сейчас наблюдать на экране. Также в этой сборке качественные заменки оружия и самих звуков. Посмотреть фулл сборку вы сможете по ссылке в описании. Я показываю и рассказываю лишь только самое основное. Также в этой сборке стоит карпак с LQ заменками автомобилей. Все они не жрут FPS, поэтому должны работать стабильно, даже в большом скоплении автомобилей. Так что краши быть не должно. Еще здесь заменены текстуры и теги банд, что приносит какую-то атмосферу в игру. Например, если вы решили поиграть на этой сборке ночью, то ночью она выглядит довольно-таки атмосферно. Еще в этой сборке полно дополнительных полезных скриптов, например, клевый черный экран, что позволяет делать вам SS-ки, то есть скриншот ситуации. Также стоит круиз-контроль и другие дополнительные скрипты, вы можете посмотреть, когда скачаете эту сборочку. Ссылка на нее будет в описании под видео. Вот и подошел ролик к концу. Весь материал был снят на проекте Malin RP. Ссылка на группу ВКонтакте этого проекта также будет в описании. Если тебе не понравились сборки, то в комментариях укажи, от какого ютубера самая лучшая сборка, по твоему мнению. А у микрофона был Стриж. Всем пока.